Я перестал понимать смысл спорта. Бро. Цирата дешевле. Цирата значительно дешевле. Ну, Цирата это что-то вроде Toyota Avensis. Да. Йод! Не подъезжай к нему, что она пьяная. Папа, нам нужно сегодня это взять и выложить. А куда мы это выложим? Ну, в смысле, записать для себя. Ну, это естественно, если регистратор записал. Ну, естественно, он записал это. Кстати, не забудь, что наши комментарии сейчас пишут, все тоже вы на это идут. Да, классная женщина. Ты видела на это? Да. У нее восклицательный знак, ты посмотри. Да, она не справилась с этим. Ну смотри, Гетц, я люблю Гетц. Ну давай. А теперь куда? Сейчас она еще в этого въедет. Ну, по-моему, ей сейчас нужно немножечко остановиться и прийти в себя. Она сейчас в шоке. Я бы на ее месте сейчас не ехал. По-моему, никогда. Она обдолбанная. Она, по-моему, слегка не в себе. А вон милиция идет уже сюда, видишь? Они, наверное, тоже это видели. Где? Вон прямо впереди, вон он идет. Что случилось, спрашиваю. Документы, ведь можно, говорит, ваши документы, пожалуйста. Ну что, поедем, лап? Я думаю, что веселуха закончилась. Если с ней что-то не в порядке, она ее просто не отпустит. Вот. Ну вот, в общем, как соберешься, если что, тебе пиши, вот, я привезу. Если что, приезжайте сегодня. Мамочка! Мы в аварию попали, Маш. Я перезвоню, да. Блядь, я ударилась, давай. Блин! Да ребенка сбили.